Здорово всем. И мы с вами сегодня поиграем в Not My Car. Это Battle Royale на машинках. Вышел только-только недавно, есть в Стиме. О, уже сезонный билет есть. Испытания разные. Хотя игра только вышла. Такие вот дела. Рассказывайте, как у вас дела, как настроение, как семья, как дети. Ой, скички у машин. Ой, простите. Хорошая суббота выдалась. Что до сих пор, сегодня уже весь день прошел, все отхожу. Кстати, интересно, машина едет по дорогам или по кустам тоже? А на крыше можно забраться? А с чего спрыгивают? А что-то я рекламу видел, говорят. Супер-пупер игра. Ну ничего, сейчас попробуем, затестим, посмотрим, какие кнопочки нажимать, чтобы победить. Правда, не в моих руках побеждать, но... Ну, основа игры заценим. Подготовка матча. Катя, посмотри, там на канале вышел видосик, как шашлык делал. Он здесь какая-то четкая машинка. Ух, с оружием. Как безумно, Макси. Там тоже машинки с оружием. Собирать элементы брони, чтобы усилить защиту. Чем это трясёт? Так. Да. Сделать всё максимально, чтобы не... Чем управлять-то? А нет. Нормально топит. Ого. Управление, конечно, какое-то немного странное, но... Но более-менее разобраться можно. Лететь можно? Тормозиться надо. Нормально. Это битва. Битва танка. Ой. Для меня только сейчас дошло. Что если... Космически подёрнули. Где FPS 60? Сброс. Ну, что за звук? Может, потише можно сделать? Это я по-любому тихо говорю. Вообще громкость. Так. 40. Так. Ну ладно, полетели вот куда-нибудь. О, нифига себе. У меня реактивный двигатель за спиной. Знаете как... А нет, нельзя управлять, он сразу не слетит. Ла-ла-ла. О, смотри, что вижу. Можно утонуться, залутаться. Где кого-нибудь? Я никого не вижу, но что-то звуки такие, как будто вот близко-близко где-то. Второй наушник одену-то. Как будто где-то рядом, да? Как будто где-то совсем-совсем рядышком. Как будто вот тут вот в ангаре где-то.
Ой-ой. Ой-ой, какое галимое управление. Ужас какой. Перезарядка. Все, тормозни, брат. Нужно хилку. Все, взял. Что-то взял еще. Еще игра закончится, если я, блядь, буду такой острый носить. Все. Все, уезжаем отсюда. Как захилиться? Терочка. Терочка, отхиливаемся. Отхилились. Неплохо. Хоть и стрельба такая себе. Какая-то не совсем удобная. Ну не так, чтобы совсем плохо. Ну и не огонь. Кстати, к езде тоже можно привыкнуть. Ладно, поехали. Поехали туда. Может, там что есть. Залутаться. Кто мне... Ни брони, ничего нет. Стреляют. Движок, смотрите. Все, я подобрал движок. Да, у меня какой-то зеленый движок теперь. Так, так, так. Аккуратненько, нежно. Перезарядочку. А что у нас тут? Тихо-тихо, это же часть брони. Мамя. Гранатомет. Ебу здоровье взять. Ага. Все, я взял гранатомет. Я теперь гранатометом могу поливать. Будем с вами как великие пабьеры. Осторожно. Где-то едут. Ой, звуки, конечно. Ой, зона идет. Лол. Лол. Так, где зона? Где я? А, я тут, я в зоне. Как урбить? Где-то поливают, расстреливают. Хер с ним. Зеленые колеса. Игра, конечно, прикольная. Нужно кого-нибудь спалить. Это в той стороне, да, звук был? Вон там проехали. Такие звуки, знаете, типа где-то рядом, но на деле. Ну на деле. А на деле вообще никого не. Ну типа рядом где-то, да? А где? Ну, нам надо ехать в зону. Эта зона рано или поздно пойдет, поэтому. Поэтому поехали в гору. Сейчас этот пиндюк хоть на самом деле. Ой, сзади нельзя оказываться. Это очень плохо. Сзади очень плохо оказаться, потому что сзади тебя могут. Сзади легче расстреливать. Ладно, поехали в зону. Хотя зона идет потихоньку. В этой игре нужно вести нейтралку.
О. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. О, смотрите, где он едет. Оставим гранатомет со мной. Так-так-так. Так, о, у нас тут что-то есть. Пусть как он убого поворачивает. А что у нас? Это у нас ремкомплект. А типа семерочку мы исп... Так. Это типа я не в зоне? Упс. Это я ни в чем не виноват. Так, где-то опять стреляет рядышком. Я же хочу постреляться. То так, я могу так вечно ездить. Сколько народу осталось? А, один из машин осталось. Я просто офигеваю с этих звуков. Типа где-то рядом, да? А где рядом? Где-то там, да. Давайте сблизимся. Вдруг. Вдруг. Он так поливает где-то рядом, но при этом нигде никого нет. Это очень странно. Вот в той стороне, да? Зона пошла. Даже не видно, откуда стреляют. О, что за хер там едет? Вот теперь я вижу, где они стреляются. Давайте их встретим. Они же все равно сюда поедут. Он не поехал сюда. Ладно, давайте поищем кого-нибудь уже на его стоит. Скорее всего, они где-то все здесь, наверху. То, что здесь скинули груз. I'm looking for a car. Давайте, давайте, давайте. Хоть одну тачку увидите мне. Ты нашел хоть одну машину? Машину. О. Ну, это неплохо было. Это было неплохо, на самом деле, потому что довольно-таки много ему всунул. Но сразу понял одно, что лучше не брать гранатомет, а лучше взять какой-нибудь пулемет, чтобы он наваливал нормально так. Вот. Ну что скажу, игра прикольная. Давайте посмотрим, что у него здесь. Ну да, видите, у него два пулемета. Одна типа что-то снайперка, рельсовая пушка и пулемет. Видите? Типа... Ну, прикольно. Ладно, всем спасибо, всем до свидания. Поиграйте, кому интересно. В Steam бесплатная игруха. Пока-пока.